Для решения проблемы мигрантов британский премьер-министр Дэвид Кэмерон провел заседание комиссии экстренного реагирования, известной под названием «Кобра». Попытки проникнуть в Великобританию из Франции через туннель под Ла-Маншем мигранты предпринимают регулярно. Но за последние несколько месяцев их число увеличилось с 600 человек до 5000. Только на этой неделе более 2000 нелегалов штурмовали Евротуннель. Один человек при этом погиб. Еще несколько получили ранения. «Такая ситуация недопустима», – заявил Кэмерон. «И абсолютный приоритет нашего правительства – решать проблему всеми возможными способами, начиная с помощи французам по ту сторону границы. Мы направим больше заграждений, больше материалов, больше команд со служебными собаками, окажем больше любой доступной помощи с точки зрения ресурсов». Правозащитники такой подход критикуют. Они считают, что в первую очередь надо обратить внимание на первопричины создавшейся ситуации, выяснить, почему люди бегут, очень часто рискуя жизнью. «Прямая обязанность премьер-министра – проявить свой авторитет, найти нужные слова и со всей ответственностью напомнить. Наша страна гордится своими традициями по защите беженцев и соблюдению прав человека. Нельзя забывать о вполне оправданном беспокойстве людей по поводу того, что они видят на экранах телевизоров. И чтобы не подпитывать их страхи, премьер-министр должен показать, что он руководит процессом. Это очень важно», – говорит член Совета по делам беженцев Анна Масгрейв, напоминая, что Великобритания принимает лишь 1% всех беженцев в мире. В палаточном лагере у французского Кале обитают более 10 тысяч человек. Меры по охране Евротуннеля усилены, но проблему это не решает. С начала недели туннель штурмуют каждую ночь.